Михаил Никитич Кадыр-Гадуслаев, наш антракт подошел к концу. И мы снова вместе, без бирге. Без палатанцев мы были бирге. Бүгінгі шушы матур ұшырашының екінші бөлігін башлайбыз қазір. Әм әлбәтті әсәкмеге Найля Фатихова ижаттыққан жырлары білен сіздің қаршығызға Татарстанның атқазанған артисті Алмаз Юси шығаша. Қаршылағыз, Алмаз Юси. Дорогие друзья, сейчас на сцену выйдет девушка, с которой Найлю Ханум связывают не только творческие отношения, но и общественные работы. Они вместе входят в международную женскую организацию «Апкалфак». На сцене заслуженная артистка Республики Татарстан Алмаз Юси. Сегодня у нас юбилей самой талантливой, самой любимой моей певицы, композитора, нашей очаровательной Найля Ханум. Я вас поздравляю, если можно, выйдите сюда на сцену. Желаю вам здоровья, счастья, удачи, творческих успехов. От всей души вас поздравляю. И сейчас исполню песню, написанную на музыку нашей юбилярши. Называется она «Сюмбике». Исполняется впервые. Yeah.
Сыем бегер, сыем бегер, сыем бегер.